Костя Пролетарский was my friend. He was a drug user and HIV activist who lived in St. Petersburg, Russia. The animated documentary film is using the audio interview he gave me at the hospital shortly before his death. Давай, ладно, рассказывай тогда. В 2006 году меня осудили на 3 года общего содержания. His untimely death was the result of years of mistreatment and torture at a prison facility in Karelia, Russia. Там было много смертей. Я очень много видел. Умирали люди. In the prison camp, Костя was denied access to his HIV medication. Inmates were regularly beaten and tortured. А что ты там рассказывал каким-то азотом? А, хлоркой? Хлоркой, да. Не, ну это у всех, это не только Вечевых там касается, да? То есть это по приезду в лагере там с тебя сбивают спесь, так сказать. Ну, показывают, то хозяин, это хлорка с аммиаком заливается, допустим, 30 литров там и раствора этой хлорки горячей водой и аммиаком заливается тебе в камеру. Ну, я опустил глаза на пол и смотрю, что дым идет просто от досок, представляешь? Такой раствор делают, что ты практически на грани там потери сознания, понимаешь? Когда тебе выжигает глаза там, ты не можешь дышать, у тебя уже пена идет из желудка, да? Это просто как газовая камера, я тебе серьезно говорю, вот, заливаю, и там дышать просто нечем. И у тебя даже лицо вот начинает все растворять, вообще разъедает, представляешь? The documentary also features Irina, Kostya's mother, who tells us about her son's addiction and their failure to find effective treatment. За эти годы, сколько, лет 12, наверное, вот так с этой бедой мы жили. И вот почти каждый год что-нибудь доделали. То он сам переломается, в реабилитационные центры ездил, он объездил всю страну. Не справлялся. Он и сам переламывался. Ну, как мать, наверное, к сыну я всегда относилась к этому. Конечно, ругалась и дрались. И... Все было. Все было. Момент такой настал, что я уже с ним жить не могла. И вот я освободился. Домой приехал, у меня 40 температур. Я приехал в больницу Боткина. Туберкулез у меня был, обострение туберкулеза. И РВ хотят назначить, но ну, до сих пор не назначают. Ну, потому что не рискуют. Потому что тут риск такой 50 на 50. Либо ну, туберкулез обострится так, что будет летальный исход, либо все будет нормально.